Моя победа на чемпионате. Тянь-Тянь прислала. Это было 7 лет назад. Уверен, было тяжело тренироваться и соревноваться. Но я благодарна пройденной школе. Сейчас уже ничего не кажется трудным. Я искал возможности поговорить с тобой. Хочу поблагодарить тебя, но сказать не мог. И я все еще хочу поблагодарить. Когда ты рядом со мной, я чувствую, что встретить тебя было моей судьбой. Звучит слишком. Так было бы с любым. Нет, конечно нет. Я хотела спросить. В твоем финансовом положении трудно оплачивать телохранителя. Ты можешь сказать мне, что ты продал брату шеф-повара? Обсуждали инвестиции. Я узнавал, есть ли доходные проекты. Знаешь, мама оставила мне нефрит. Я заложил его, чтобы получить немного денег для начального капитала. Потом выкуплю. Подаренный мамой нефрит? Как ты мог его продать? Да не продавал я. Просто заложил. Он дал мне деньги для бизнеса. Я выкуплю нефрит. Ладно. А пока ты его не выкупишь, зарплату мне платить не надо. Забудь. Это не обсуждается. Я так хочу. А как ты собираешься жить? Все улажено. Пока. Иди спать. Я буду платить тебе. И ты примешь зарплату. Ты должна. Не приму. Если нет, я заплачу. Все равно. Я должен. Думаешь, у меня не хватает денег?